Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня я захотел поиграть в героик Magic Duel. Давненько не был здесь, очень давненько. Ну и просто решил освежить себе, так сказать, память. Ежедневные награды мы с тобой получили. Так, путь вознесения. Спасибо большое, мне это не нужно. Так, боевые арены. Сундук, что нам здесь достается? Гадюка. Понятно. Все? Больше ничего? Больше ничего нету, да? Ну что, давай в бой пойдем. Надо сейчас вспомнить, как, что и почем. Вот моя, друзья мои, колода. Очень много кого можно прапать, но я пока этим заниматься, наверное, не буду. Давай посмотрим, как я сейчас буду получать звездюлей. Поиск противника идет, и мы находим с тобой ярла. Темная лошадка, а я пионер. Ничего себе у него там ядрить тебе на корень. Это его ранги? То есть, я так понимаю, он... Да, он меня будет сильнее, друзья мои. Блин, как же я... Я не знаю, что мы будем с ним делать. Как мы будем справляться. Ну, погнали. Сейчас надо вспомнить все, как оно делается. Серьезно говорю, забыл. Так, он никого не вызывает. Он тоже выжидает, да? Момент истины. Так, у меня уже пошли карты гореть. Ну что же, давай вызовем гадюку. 100% сейчас он уничтожит мне его. Так, сюда щит поставим. Я так и думал, молнию потратил все-таки. Ну ладно, фиг с ним. Щит, щита нужно прикрыть, кем? Опа. А вот это зачем он сделал? Блин, у меня же лучник быстрее, по-моему, идет. Или на равных? Нет, на равных. Хорошо, щит будет прикрывать, если что. Ноу, так дело не пойдет. 9 уровня. Ты серьезно? 9 уровня? Успеем? Успели. Да хорош, Анубис. Отдохни чуть-чуть. Так, ожидаем, ребята, подвоха. Цепную молнию или еще что-нибудь. Поверь мне, у него найдется. Ага. Сожрал, да? Ну что ж, будем наказывать тогда? Будем тогда наказывать. Ты дичь. Так, лорда вальнули. Погнали далее. Не-не-не-не-не, вот этого вот не надо здесь. Вот этого я тебе прошу, не надо. Так. Ну что же, погнали. А раз такая пляска пошла. Так, самурая пока не будем, наверное, вызывать. Блин, этот мешается там, а. Все-таки успел, да? Бомбануть. Так, что бы нам здесь-то сделать? Давай, наверное, вот так вот. А, все. Мы его пробили, друзья мои. Первая победа спустя полгода. Не меньше, ребята, я здесь не играл. Так, свирепое шествие. Вопреки вероятности. Я не знаю, что это такое, ребята. Тут уже обновы были, причем не одна. Монетки получили. Открыть сундук. Да зачем? Я не буду, наверное, пока открывать. Давай пойдем на следующий поединок. Будем драться, пока не всхлопочем с тобой. Как только звезделей получим. Так, ползучая чума. Терен Ри. Ну давай, возьмем. Так, что? Да я не хочу, я за него играть не хочу. Дайте мне, пожалуйста, чуму. Вот. Что у нас там дальше? Получаем. Так, это тоже получаем. Бесстрашный лидер, новый уровень. Так, здесь наша Найла. А раньше я играл именно за нее. Именно за ледяного мага. Что ты показываешь мне здесь? Можно прокачать, но это я не прокачиваю вот эти вот именно способности. Так, амазонку. Всего одну карточку дали. Ну не смешили бы хотя бы меня. 300 монет. Так, здесь получаем гигантский. Горный гигант тоже. Одну карточку. Это все, ребята, что у меня было пройдено.
свое время когда-то. Вот эта вот вся линия. Теперь мы просто забираем отсюда награды. Так, Алайна, это тоже у нас, друзья мои, герой 3-го уровня, слабенький. Так, волшебный голем. Везде по одной карточке дают. Так, дьявол. А вот дьявола, друзья мои, у меня не было. Теперь он появляется. Я рад. Если честно, я рад. Дьявола не было у меня. Так, что дальше у нас? Отражатель, или как я его называю, щитоносец. Плюс элитный воин. Ну, эти у меня ребята есть, причем прокачанные. Забираем гемы. Так, все это берем. Руны. Давай, все, что только есть. Так, Анубис, он у меня был. И... так, элитные лучники. Тоже когда-то ими пользовался, ребята. В последнее время я за них не играл. Сколько наград-то, обалдеть. Так, ну, пикси, так себе, ребята. Постольку, поскольку. Монетки, а, исчадие. Вот это хорошая карта, вы увидели. Я ее в этом бою применял. Огромный скелет, который идет. Так, здесь у нас хрустальный колос. Заберем. Танцующая с клинками. Тоже забираем. Руны, руны. Так, это все забираем. Монеты. Огненная ведьма. В плане, так показывают, как будто у меня ее не было. Она у меня была, ребята. Легендарная карта. Ты тоже видел, как я ее применял. И вот у нас блуждающая бездна. Вот здесь я остановился, что ли, получается? А, тут, видишь, дальше есть продолжение, ребята. О, вот оно что. После обновы они продлили вот эту вот дорогу. Ну что же, отлично, есть стимул поиграть. Так, а кто у нас здесь? Не знаю, ребята, просто арену, наверное, получим. Так, сундуки. Давай нажмем, пускай он там потихоньку начнет. А давай откроем сразу же. Чем мы будем с тобой тут терпеть? Ничего, честно говоря, хорошего мне здесь не выпало. Так, руны. Надо будет, кстати, посмотреть по этим, по моим персонажам. Выполнено задание у меня. Может быть, кого-то можем прокачать сейчас. Так, здоровяк. Элементаль воды. Ничего классного здесь не досталось, опять же. Все, да? Победный сундук в магазин. А что у нас там в магазине бесплатно? Купить сейчас. Я не хочу это брать. Давай зайдем в сокровищницу. Так, 135 монет. И все, да? Так, магазин события. Лорд Самрак. Сколько нужно? 20 тысяч. Не кисло. Командир нежити. 1800. Поглотительница душ. 10 тысяч. Да, поглотительницу душ я бы, конечно, хотел бы получить, если честно. Ладушки. Ну что, друзья мои, пойдемте опять в бой. Кстати, я хотел посмотреть. Я могу улучшить, усилить нашу огненную ведьму. Обалдеть. На один разик только и хватило. Поехали. Играю, как вы понимаете, ребята, я за паладина. Опачки. С ним лучше не шутить. Огненная дорожка плюс удар метеорита. Уровень, слава богу, у нас с ним одинаковый. Но этот, у него есть огненная дорожка, у него есть усиление. Блин, вот он, вот тут он меня подловил. 8 уровня. Как мы сейчас будем с тобой здесь делать? Отбиваться щитоносцем только, если. Давай, попробуем отбиться. Нас, наверное, завалят все-таки здесь по-быренькому, да? Нет, отбились. Смотри, смотри, что делает, а? Иди отсюда. Так, нам нужно с тобой голема подбить как можно быстрее. Давай, давай, лучник. Есть контакт. Так, этого с тобой должны... Воу! Неожиданно, если честно. Так, что-то он как-то слишком рьяно начал. Окей, подбили. Так, погнали. Траванули? Траванули. А это что там за светлячок? Я не понял, ребята.
Иди отсюда. Оу! Так, вот этого мне, блин, только не хватало здесь. Слушай, я же забыл, что есть исчадие ада. Или как его там величать-то, я уже забыл. Че, неужели фейл, а? Да блин! Да, друзья мои, тут что-то меня как-то раскатали по-быренькому. Причем такими вот, если честно, это вообще нубло было. Вот бойцы, которых он взял, они дешевые, дешево стоят. Сами по себе, как тебе сказать, не имеют офигенной силы. Единственное их преимущество, что они очень мало стоят энергии. То есть можно таких вызывать быстро. Ну и как ты понимаешь, мне не повезло тоже. Видишь, у меня кто? У меня только щитоносец есть и самурай. Из таких легких. Этот мне нужен, ну я не знаю, ребят, я... Вот эта команда, которая сейчас в данный момент у меня собрата, она предназначалась для топовой игры. Потому что я играл полгода. Очень серьезное имело место. И там именно эта команда нужна была. Потому что там никто не играл вот этими вот легкими первоначальными картами. Ты понимаешь, да, о чем я? Вот, смотри, что творит. А тут такое ощущение, что как будто самое начало у нас. Ну, знаешь, как бы самые первые ранги. Нет, щита ты так просто не пробьешь, парень. Ну, этого тоже мы должны... Опа. А ну-ка. Не смог я его пробить. Ну, зато оглушил. Так, ну мы здесь должны подбить. Да, у нас все-таки подальше обстрел идет. Дальше сделаем, наверное, вот так вот. Шаманшу призовем. Так, здесь все-таки распишут, да? Нет, парень, подожди, не спеши. Ну что же. Вау, 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 вау. Что он делает, смотри. Так, вызвал каменного голема. Друзья мои, тут лучше нам, наверное, вот так вот сделать. Тут еще и колос идет, да? Да, колос идет, колоса надо травить. Если мы его траванем, будет все хорошо у нас. А мы его уже траванули. Ну, тут хорошо все идет. Пока нормально, друзья мои. Так, а вот этого вот надо убирать. Давай вот так вот вызовем нашу бригаду. Нашу бригаду. Опачки. Так, этих сейчас тут порубашим всех на котлету. У меня есть два скелета. Да, я думаю, надо вызывать. Один пойдет здесь. Так. Сюда поставим, да? Шаманшу. Все, ему крышка. Но я тебе говорю, что у меня команда здесь собрата именно для поздней игры. А вот такое ощущение, что противники против меня выступают на ранней какой-то стадии. Так, открыть сундук мастера. Обязательно откроем, но попозже. Так, друзья мои, давайте-ка мы... Тут, кстати, очень много испытаний всяких новых добавили. Что такое? Выполнил. И активируем с тобой, наверное, сундук на открытие. 8 часов надо подождать. Давай, наверное, сыграем с тобой до победного сундука. Я надеюсь, у нас получится. Причем рейтинг у нас пока с тобой растет, есть смысл играть. Я думаю, ты со мной согласишься. Ангел смерти. Твою ж налево. 9 уровня. Блин, вот с ним как раз я бы и не хотел встречаться. По крайней мере, не паладином. Возможно... Так, тихо, давай-ка мы с тобой уберем кого-нибудь. Вот эту карту, наверное, с фейлем. Твою ж налево, а? 9 уровня. Ну что, будем, наверное, разбираться. Только так пока. Можно было бы, конечно, и щита поставить. Ладно, попробуем. Попробуем сыграть через... Опа! Блин, у меня и лучника нету, да? Поблизости. Твою... Давай вот так траванем его. Траванул? Успел? Успел, по-моему, я его отравить. Так, он должен отдуплиться. Так, ну здесь, наверное, нам лучше самурая позвать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Так, пускай голос идет пока. Земля горит, земля горит. Нет! Да куда ж ты вылезла-то? Колос, блин. А, у него тоже, оказывается, колос есть. Вот даже как. Тогда будем с тобой молниями. Давай, 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 давай. Уничтожаем. Тихо, 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 родные мои. Давай, ведьмочка, отожги. Фух. Найс. Что я тебе могу еще сказать по этому поводу? Тырич, тырич, все идет хорошо. Так, давай, бросочек. Нормуль, давай-ка самурайшу вызовем, пускай она с ним быстренько разберется. Пошинкует его на винегрет. Он что-то задумал, ребята. Он что-то задумал. Или просто фейлится уже. Он уже понял, да, по ходу дела, что здесь огненный дождь ему не поможет. Ну да, скорее всего, все, ребята. Сдался парнишка. Тут уже можно выставлять любого. Халявная победа, я тебе скажу. Халявная. Но, тем не менее, она моя. Победа. Друзья мои, сундучок получаем с вами. Так, оцените бой. Вот так я его оценю. Так, свирепое шествие. Убить 12 разных приспешников в одном бою. Так, убить... Ага, это вот мы всякие с тобой достижения, типа, да? Выполняем. А раньше такого не было. Денег куча, простой сундук. Ну, давай дальше пойдем. Мы с тобой хотим получить легендарный большой сундук, да? Для этого нам нужно с тобой еще раз, два, три, четыре, пять побед сделать. И заодно вот этот вот получим сундучок. Если доберемся, я думаю, что мы доберемся. Все шансы у нас с тобой есть. Менять я пока состав не буду. Я думаю, это ни к чему. В плане... Подожди, а что значит максимальная информация? Ну-ка, дай-ка гляну. Мир тверди, так, мифическая. 31 руна. Не могу понять, что значит максимальная. Ну не уровень же. Максимально может быть и это тоже максимальный. К чему это все? Вот это вот, наверное, я, наверное, усилю, ребята, да? Есть смысл заморачиваться с ней. Пробивает все-таки своим копьем весь ряд. Ну, а остальные пускай пока отдыхают. Поехали. Кого нам дадут? Мне очень интересно. Раньше у меня был любимый персонаж. Это как раз вот этот вот огненный, да, голем. Потом я переключился на ледяного персонажа. И в последнее время играю вот через паладина. Банс, искатель осколков. Слушай, а как он получает вот это вот? Где он переключается? Я почему-то пионер. То есть, ну, бас полный, да? Так, ведьма, наверное... Не, давай вот этих уберем. Так, секунду. Никого нету. Опа. Интересненько. Ну, давай посмотрим. Будем отражать урон у этого гоблина. Ага, ворон. Ворона мы должны с тобой убрать отсюда. Он, правда, контратаку делает. Ага. А если вот так сделаю? Ха-ха. Нежданчик, да? У него тоже самурайки есть. Это интересно, это очень, ребята, интересно. Колос? Тоже, блин, что же они все, ребята, через колос играют, а? Конечно, отравим его. Конечно, будем травить через отравление. Так, а это вот не надо здесь шуршать мне. Смотри, смотри, что вытворяет, а? Так, ну что, будем призывать, наверное, ведьму или как? Да, скорее всего, придется вызвать ее. Жаривай. Опа, а он заморозку успел сделать, прикинь. Ладно, фиг с ним. Успел все-таки влепить заморозочку.
Погнали. Уничтожили. Давай, давай, звездани этого Квазимоду. Другой разочек. Слушай, а что он делает? А? Он все через заморозку играет. Давай-ка, срочно. Вот так вот. Вызовем с тобой каменного голема. Наверное, вот сюда тоже надо позвать его. Угу. Слушай-ка, ну-ка. Ага. Давай, ребята, глушим. Ведьма. Заморозку будет делать или нет? Ничегошеньки он не сделал. Все. Победа. Слушай, он практически был как у меня. Такие же войска, кроме, наверное, ведьмы. Ведьмы я у него не увидел. А так довольно неплохо держался он. Но все равно мне хватило силенок его пробить. Ну что же, давай посмотрим, сколько нам еще там. 4 сундука остается, да, набить. Для того, чтобы получить победный сундук. Раз, два, да, 4. Слушай, совсем немножко остается. И мы с тобой откроем этот сундук. Ну а пока идем в очередной бой. Слушай, а я всего что, 4 уровня? Нет, ребят, я 8 уровня. А что же там было? Четверочка обозначалась. Ну, после этого боя, наверное, посмотрим. А это что за значок 2019 года? Это все наши достижения, да? Которые мы когда-либо получали. Судя по всему. Надо будет зайти и глянуть, где вообще это все. Опять противник сильнее меня. По крайней мере, по опыту. А почему-то именно по здоровью башни я крепче. Ладно, давай начнем с щита. Не там чуть-чуть поставил. Так, что у него тоже, да? Паладин, так что, ребята. Нет, 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 нет. Не надо. Гоблин этот меня немножко нервирует. Давай-ка, наверное, с тобой сделаем вот так вот. А здесь вот так. Ворон, да? Ну, с вороном надо будет немножко по-другому драться. Угу. Так, этого надо будет обязательно уничтожать. А ну-ка. Так, этого бомбим. Травим, друзья мои. Ох, ничего себе. У него там еще и этот есть. Глушим, конечно же. Конечно же, глушить их надо. Так, ведьма. Будет? Нет, ничего не стал делать абсолютно. Сгорели. Сгорели парни на работе. Так, ну, здесь, естественно, нам понадобится вот этот вот. Так, Анубис, вали отсюда, а. Вот не до тебя сейчас, если честно. Траванул, траванул, ребята, но он... Он немножко схитрил. Совсем чуть-чуть. Так, хорош, Анубис уже тут выделывался. Попробуем сейчас его... Жучить, потому что он потратил, по-моему. А-ха-ха-ха. Нет, ребята, он перехитрил меня чуть-чуть. Он меня чуть-чуть здесь перехитрил. Слушай-ка, что-то вообще как-то не айс. Погнали. Вызываем нашу армию, вот этих вот бойцов. По-другому ее не назовешь. Так, секунду, секунду, лучше, наверное, здесь. Хотя я не особо уверен, что мне это поможет. Глушат, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, тут меня разобрали, друзья. Тут меня уничтожили. Не знаю, где я лопухнулся, конечно. Шел неплохо, но, видишь, под конец как-то вот всех разбомбил. Своим вот этим вот морозным еще трофеи понизили. То есть нам придется еще дольше, да, драться.
Как тебе сказать? Вот этот вот маг, не маг, а этот мелкий гоблин ледяной. Вот он здесь все испортил. Он делает заморозку. Это в свое время я также вызывал пикси, которая всех наряду вводит в сон. То есть он просыпается только в том случае, если ты его ударишь. А этот вот с заморозкой, ну да, как вариант, неплохо. Но на этот случай надо всегда держать что-то под рукой. Если тебя заморозили, выпускаешь, например, молот или сверху молотом бьешь. Ну, видишь, машина для убийства. Может быть, он сам себя так назвал? Танос. Серьезно, что ли? Блин, вот с ним почему-то мне больше всего... Вот раньше шаманы здесь рулили на арене. Так, ну что там, ожидание противника? Ну давай, родной, не хандри. Он посильнее будет, смотри-ка. Даже по здоровью. У него уровень 8. А как, интересно, он так башню себе прокачал на хп? Да хорош, ты серьезно, что ли? Нет, 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 не надо, не надо. Все, ребят, бывает такая фигня, что ты заходишь в бой. Особенно, если ты где-то с планшета играешь, да? И там у тебя связь обрывается. И он просто влетает. Победа мне сейчас, ребята, присваивается автоматически. И сколько я получаю? Не знаю я, сколько я там получаю. Ага, вот. Очки славы. Все как полагается. Кстати, у нас с тобой, по-моему, слишком много сундуков. И надо уже какие-то из них приоткрыть. Иначе у нас не будет с тобой копиться. Так, выполнено. Я выполняю одно испытание за другими. Так, давай вот это, наверное, откроем. Без очереди, так скажем, да? Да, жалко, ничего хорошего не выпало. Монетки, это все замечательно. Так, и давай вот этот. С тобой еще откроем сундучок. Блин, ни одной легендарки, ни одного эпика пока не выпадает мне. И раз, два, три, три сундука, да, и вот этот. Тогда откроем с тобой. Эпический каменный элементаль. Но я им, ребят, не пользуюсь. Так, зайдем с тобой в магазин. Мы что-то здесь получили, какие-то достижения. Сокровищница вепря. Ага, 75 рублей, открыть. Эх, нет, не буду я тратить 75 рублей. А по-моему, сейчас намного дешевле стоит. Раньше это стоило прилично. Так, выполнено у нас с тобой задание. Давай получать награды. Так, сундук. Задание получить. Окей. 1100, неплохо. Так, все, больше тут у нас с тобой ничего нету, да? Ну да, пока ничего больше не заработали. Так, у нас тут коллекция башня Вознесения. А что за башня Вознесения? Я вот не помню. Конец сезона. Рей Справедливый. Да, это, ребята, мой клан Справедливый. И я почему-то здесь нахожусь на первом месте. Но это бронзовая баталия. Легион мертвых здесь. Подожди-ка, как играть? Новый сезон. Ага. Вау, вау, вау. Таблица лидеров. Так, а как доступны очки Вознесения? Все миры, бездна. Слушай, а я здесь не играл. Доступные очки Вознесения. Два. Я здесь не был, что это за режим? Давай, наверное, мы потом с тобой глянем. Сколько там? 20 сундуков я получил? Мне ничего не показалось? Так, леденящий ветер. Это неплохо. Солидно, спасибо большое. Слушай, действительно, у меня 20 сундуков. Ха! Это за сезон я получил, что ли? Слушай, а можно как-то все это посмотреть? Сразу. Или я так и буду по одному открывать их? Так, бесплатно открыть. Магазин. Лучшие акции во всей Элдонии. Врешь ты, гаденыш. Никакие там у тебя не лучшие. Так, а я могу паладину что-нибудь улучшить? Да, могу, но не то, что нужно. Рул. Вот как увеличать. А вот у меня Вален. Наэлла, Алайна и Терин Ри. Так что я пока играю за Валена.
И он меня, в принципе, ребята, во всем устраивает. Оу, первобытный дух выпал. Это хорошо. Давай дальше, давай как-нибудь побыстрее. Парящий орел. Это все не то. 16 сундуков. Блин, я так буду их до посинения открывать. Так, ползучий чумак. Кстати, щитоносец получил я, да? Карточку на него. Можно будет, наверное, прапать. Давай сразу все по-быстренькому просто будем тут завершать. Так, жнец, перекати поле или перекати камень, правильно его звать. О, здоровяк. Ну вы специально, да, даете мне всякую ерунду. Из чего-нибудь путевого вы вряд ли здесь что-нибудь дадите. Нет, доппельгангер мне достался. Это, ребята, копирует любого. Ну как тебе сказать, любого. Если, например, начинается игра, у меня есть в руке доппельгангер, да, а он выставляет, например, голема, да, а я вызываю доппельгангера, он сразу же превращается в того же самого голема. Как бы он дублирует. Но если он вызывает, ребята, кучу скелетов, помимо того, что у него будет, например, голем, то есть такая вероятность, что мы с собой скопируем скелетика мелкого, никчемного. Оу, командир нежити. Уже лучше, ребята. Так, ладно, я тут запарюсь все это открывать. Выполнено испытание. Забираем. Руна небес. Все, да? Тут, кстати, тоже какие-то свои, ребята, испытания. Так, гильдия. А что у нас в гильдии? Можно покинуть. Зачем я ее буду покидать, если я, ребята... Так, а у меня... Да, у меня гильдия, видимо, ребята, расформировалась. Ну, как расформировалась? Я давно не играл, как я вам уже говорил, и поэтому многие ребята просто из нее ушли. И я в этом никого не виню. Одиночный рейд на босса, я так понимаю, это паук у нас здесь. Но я все-таки пошел на арену. Ребят, мне нужно на арене. Мне нужно 3 ящика открыть. Опа! У нас улучшение, что ли, есть? Давай усилим нашего исчадия. Также, наверное, щит, отражатель. Так, я его и прапать еще могу. Хватит денег? Хватит. В плане, подожди. Блин, 50 карточек нужно еще. Ладно. Танцующая с, клика, с клинками получает, ребята, 8 уровень. Ну, хоть где-то в чем-то нам повезло сегодня. Все, друзья мои, погнали дальше. Нам нужно выиграть с тобой бой. И тем более не один, а много. Кто мне достанется? Почему-то никто не стал играть магом льда. Причем давно. Так, Вейн, укротитель приспешников. Блин, я тоже хочу что-нибудь такое себе взять. Эпичное, а то я как пионер. Ну куда это годится, ребят? Никуда. Может быть, ведьму убрать нам с тобой, а? Она очень дорого стоит, и часто мы из-за нее фейлимся. Давай я ее, наверное, уберу пока отсюда. Опа. Танцующая с клинками вышла. Так, что будет, если я ее сейчас быстренько накажу? Ать! Ать! Все. Но зато я раскрыл карту, ребята. И он прекрасно понимает, да, что у меня уже есть... Не-не-не, парень, тут ты не пройдешь. Опа, опачки, дубль сделал, ты понял? Вот, ребята, сработал сейчас доппельгангер этот. Именно так он и работает. Так, давай, танцующий с клинками. Сейчас он, блин, будет меня тут бомбить. Молния, молния. Ну кто бы в этом сомневался, друзья? Кто бы в этом сомневался? Давай. Окей. Так, эти, куда эти шитики-то летят? Перекати камень или как там тебя величать? Нет, парень, давай-ка в другой раз. Твою же налево, блин. Давай, наверное, его станить. Окей. Заморозку, да? Ну, готовы. Слушай, а ему, по-моему, друзья мои, крышечка приснилась.
По-моему, ему крышка приснилась. Тут уже его ничего не поможет. Ничего ему здесь не выручит. А, ну да, я забыл, что у тебя есть ветер. Ветер перемен. Заглохни там. Все, друзья мои. Ну тут как-то изи получилось на самом деле. Ну, видимо, тоже, может быть, не повезло с картами. Первоначальная рука, как говорится, была фиговенькая. Как вот у меня в предыдущем бою, ты видел, да? Результат. Просто нахлобучили и не спросили, как зовут. Я, конечно, сопротивлялся, пытался там что-то сделать, но ничего. Кстати, против орды скелетов и всякой прочей там нечисти, ребята, очень хорошо помогает амазонка. Потому что выстрел ее копья пробивает все на своем пути. Хотя сама по себе она ватная. Но именно вот, чтобы продержаться, очень-очень хорошо помогает. Так, ну что, ребята, ищем с вами следующего противника. Ух ты. А вот с этой барышней я уже забыл, когда последний раз и дрался, если честно. Жажда славы, да? Трикер. Так, ну здесь нам однозначно сейчас не нужно никакое исчадие. Мы его уберем. С щитом. Хитрый ход. Хитрый, друзья мои, ход. Давай тоже поставим щит. Щит. Так, тихо, 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 тихо. Очень много скелетиков. Очень много скелетиков. Вот так вот сделаем. Да, все свои бонусы, ребята, я растратил, к сожалению. Он еще ничего не тратил. Вот он птичку выпустил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, давай колоса не успел, блин. Интересно, у него есть кинжальчик или нету? Как ты думаешь? Я не знаю. Оу-оу-оу. Так, парень, надо тебя вырубить. Желательно быстрее. Так, хорош. Буянь здесь. Опа. Этого сейчас мы накроем с тобой. Нет, птичка не поможет тебе. Помогла. Ему птичка, друзья мои, помогла, ты понимаешь? Он оглушил всех, да? Мы траванули? Траванули. Так, ведьма, пошли. Волну, блин. Он успел застанить, да? Хорошо, давай еще. Сейчас всех накроет. Шикарно. Погнали. Амазонку убираем отсюда. Нечего здесь делать. Смотри, что творит, а. Окей. Против исчадия я сомневаюсь, что он что-то может здесь предпринять. Заморозку сделал, ради бога. Станет. Давай, танцующая с клинками, мы порвем этого охламона с тобой на изи. Все. Да, ребятушки. Был небольшой момент, где я засомневался, что мы сможем здесь пройти. Но, как ты понимаешь, все у нас с тобой отлично получилось. Монетки получились, и, по-моему, у нас еще один сундук где-то с тобой затесался, который нужно получить. И... Так, а вот, ребята, мы с вами забираем здесь награды. Сундук борца. Секунду, а что нужно для того, чтобы его открыть? И если честно, я не особо понял. У меня ячейки еще. О, амазоночка. Прекрасный выбор. Что не так? А, ребята, этот же сундук я получу. Все, 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 я вспомнил. Когда сезон закончился. Да, конечно же, как я мог забыть это. Ну что, пойдем. Последний сундук нам с тобой осталось набить. Получить. Я, как всегда, пионер. А пионер всегда готов. Так что, ребятушки, все будет окей. Ну что, так долго противника-то ищем? Никто не хочет поиграть против дядюшки Рэя?
Да, иногда бывает такое. Я помню, как-то тоже искал противника. У меня то ли игра зависла, то ли еще что. Оу! Кузнечных дел мастер. Это маг льда. Кстати, ребята, не стоит смеяться, потому что он очень мощный. Против него очень помогают скелетиков, орда. Но у меня их нету, к сожалению. И начинает он довольно лихо. Он начинает довольно лихо. Я даже не знаю, что я могу здесь сопоставить. Давай, наверное, вот так начнем с тобой. Угу. Так, этого мы сейчас траванем. Нам лучше всего травить его. Окей. Так, слушай, что-то... Что-то он тут разошелся, по-моему. Ну? Так, вот они, стрелы эти ледяные. А вот это вот плохо. Здесь нам нужно с тобой сделать, наверное, так. И ко всему прочему поставить, кто будет у нас заниматься дальними атаками. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Конечно же, вот так вот. Сейчас что-нибудь бомбанет, да? Так сделал, ну хорошо, мы тогда вот так вот. Блин, обжора не хватало здесь. Ай, сейчас ест мне персонажа. Слопал, да? Слопал, гаденыш. Ну-ка давай, пока не переварил. Все. Так. Давай, наверное, с тобой вот так вот сделаем еще. Забомбили, отлично. Так, мне бы щади бы, если честно, позвать. Хорош. Блин, да чтоб тебя. Что там происходит, я не могу понять. Оу-оу-оу. Он всех... Два палача. Два палача было, ты прикинь. Упс, упс, упс. Давай тогда так делать. Раз другого варианта у нас нету. Так, здесь отражаем стрелы. Слушай, ты достал там, а? Давай Колоса позовем. И вот так вот поможем. Плюс вызовем исчадие. Ну, два исчадия, ребята, это все, это крышка. Я не знаю, что ему здесь поможет. Только лишь, я не знаю. Чудо какое-то. Они просто сейчас порвут. Ну вот он сделал там кристаллы. Но это опять же его не спасет. Все, тут разгром начинается, ребят. Есть контакт. Два щадя вызвал, все, ребята, это бесполезно. Единственное, кто тебе может помочь в этом деле, это кинжальчик с ядом, который может отравить его. И то пройдет определенное количество времени, чтобы он умер. А если так вот, это заморозки, там всякие суператаки, очень долго уничтожать исчадие. Поэтому эту карту я очень долго искал в свое время, и все-таки я ее получил. И очень был доволен. Я считаю, что это один из топчиков. Ну что же, мы с тобой забираем сундук победный. Можно мне его открыть? Угу. Ну, доппельгангер. Ну, в принципе, ребят... Пойдет, хотя я немножко на другой рассчитывал. Если у тебя есть билет победы, то ты будешь получать награды, которые еще вот наверху даются. В плане легендарка даже здесь есть. Хоу, смотри. Раньше, я помню, когда мы получали с тобой сундук победный, да, у нас обнулялось, и нам приходилось ждать сколько-то времени. Сейчас, я так понимаю, ничего не надо ждать. Мы можем дальше просто идти и, да, зарабатывать еще сундуки. В этом есть, конечно, свой плюс. Ну что же, ребятушки, я, так сказать, отвел душу, поиграл маленечко, мне понравилось. Так, ну что у меня здесь? Ага, тематические значки, лучшие приспешники. В плане, вот этим я никогда не пользовался, не надо мне его в лучшие сувать. Может быть, это для кого-то лучшие. Победа, победа, победа. Вот здесь вот поражение. На 16 минут назад. Да. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.